да? Ну, не факт, может. Потому что если сука может огрызнуться, кобель может ее прижать, типа не огрызайся, я кобель, просто прижать. А сука может как бы не стерпеть, начнет переть на него, а этот в ответ. Вот, вот такая может быть драка. Сам кобель просто так не может, конечно, а может сука спровоцировать. То, что, например, не залазь на меня вот так вот. Кобелина. Видишь, пока тебе можно, ты маленький. Тебе видишь, какие вещи можно. Да, Тайсон. Вот жопу свою мне поставил. Тайсон. Толстый. Толстый, тощий. Питбуль против боксера. Кто кого? Блин, у Джинки, походу, щенки скоро будут. Такие груди там, как у козочки висят. Я не знаю, откуда там у нее такие эти. Ты смотри, а кобелина, кобелина. Какой ты вообще ярый. 3 месяца. Это ужас какой. Щенку, а он уже это. Ну, это потому, что Джинка очень сексуальная. Это все поэтому. А так он не такой. На других не обращает. Кое-кого нам не надо. Брюнетки не нравятся. Вот только блондинки. Ну, вот он гуляет, мы встречаемся, девочка. Это, господи, уши длинные, забыл. Спаниель? Нет. Не баса, так как... Бладхаунд. Нет. Ну ладно, вспомним потом. Такса. Он с ней так не делает. Это ужас. Тась, а ты не мог это там сделать? Вот именно передо мной, смотри, встал жопой своей тощей. Ты же он звезда, а ты там снимаешь неизвестно кого. Да. Тазик, ну... Ты все равно сидишь, тебя вот люди спрашивают, почему ты Тайсона перестал снимать? А что вот мне снимать, как он сидит, что ли? Или как яйца свои лижет? Тайсон. Ну, Тайсон, он всегда сидит, либо лежит. Вот он не играется с собаками, ему уже неинтересно. Да. Тазик. Он уже любит спокойные прогулки. Чтобы он бегал, я тоже не хочу, потому что он потом хромать начинает. Вот сейчас палочку побросаешь, он где-то там неправильно что-то подскользнется, хромать начнет. Мне оно надо? Нет. Пусть лучше вот ходит там, лежит, полежит, поспит, конечно. Да, на прогулке. Воздухом подышал, все. С места на место перекладывается. Ну, подальше от молодежи, чтобы его не трогали. Да, чтобы не задели. Да, Тайсон, все, обиделся, да, обиделся. Все, скажи, списал меня, как кто-то пишет мой в комментариях. Маньяк маленький, это вообще ужас какой. Джина, он у тебя уже изнасиловал, Джина уже в шоке. Так и назовем видео. Маленький маньяк-насильник. Изнасиловал собаку. О, вы поменялись ролями? Ну, теперь он будет, да. Давай, Джина, мсти. А она тебе показывает, ты неправильно делаешь. Вот так надо. Чтобы правильно попасть куда надо, надо вот так. Ну, давай, попробуй, говорит, давай, иди сюда. Морда. Ну дай мне свою морду, покажи, какая она у тебя классная, а? Да, все-таки бульки классные собаки. Да, Тайсон, тебе тоже нравятся бультерьеры? Джина, я все вижу. Ты смотри, опять пошла туда дыню нюхать. Я все вижу, Джиночка. Ты моя сладкая. Джиночка. Любимая моя собака. Не болей, пожалуйста. Ладно, не болей, Джиночка. Зевс, это моя девка. Чего ты к ней пристал, эй? Собака. Он не может нормально гулять. Ты смотри на него. Это что? Маньяк. А ты это у своих спрашивал, почему он такой? У других такие же? Не спрашивал. Ну, у этих, в группе. И что будет потом, когда вырастет? Меня чпокает весь зерноград. Чпокнет все, что движется, да? Все, что не движется, расшевелит и чпокнет.
Его будут бояться не потому, что он бойцовский, а потому, что он чпокатель. Да. Ну, насильник. Зеленоградский насильник. Знаем такого, знаем. Бультерьер, да, да, слышали. Уже всех изнасиловал. А Зевс, да, который? Да, да, да. Он там-то живет, а, точно. У нас все суки в трусах гулять начнут по Зеленограду. А вы что в трусах-то? А тут же маньяк ходит. Что за маньяк? Это Зевс, не знаете, что ли? А, бультерьер это безухи, да? Одноухи точно погоняло будет. Одноухи. А, это понятно. Одноухи, все понятно. Знаем такого, да? Одноухи, мордатый такой, ну морда какая, о, морда. Вот он пришел, таешь, нажимай. Мои красавцы, да, носик тебе конкретно поцарапали. Что, Тайсон, тебе на лапу наступили, сразу плачешь? Одноухи. Прекращай. Нет.